По бутылке последний раз. В нашей школе 30 лет. У нас немножко неполная дата получилась. И вы где-то в этом районе. Да, да, мы где-то в этом районе находимся. В общем, нам тоже я решила вас всех собрать, мне так хотелось всех увидеть. Я приурочила это к 30-летию школы. Я думаю, это у нас будет так тренировочно. Кто еще сможет? На следующий год уже дата будет. Один человек посчитал, что 25 лет назад мы поступили в школу. Действительно? 25 лет назад мы в школу пришли. 25 лет назад. Да, ты не пугайся. Я тебе так, просто к сведению. Мы все молоды, ну вот. Вот. Ребята, я очень рада, что вы собрались, что вы пошли, как вы, что мы первый класс мечтали. Моей души, так сказать, все собрались, все друг дружке перезвонили, все сообщили. Все, кто смогли, кто не смог, я думаю, мы обстоятельства были. В общем, давайте за всех нас. За всех не так трагично. За удивительно. Просто подумал, что действительно сильно много времени прошло. Да, к родине, любовь матери к ребенку, любовь к ближнему, это же мы с узелом. Мы в общем все это не забыла. Я сейчас за нее собралась. Я не за машина. Уже все сказали за любовь. За любовь. Вон, Лиля за ней. Все слышали, Юрий, ты любви кроме я. А вот он обижается, что она Абрамовна. Ну все, давайте пить за любовь. Да, за любовь так за любовь. У каждого свое понимание, а другое любовь. И как не решать, за что? Ну давай со своим соком абрикосом. Апельсиновым. А можете там улететь? У тебя столько лет, девки, уже можно не говорить. О чем? А, о девушке. Ну, девушки. Девочки. 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 Не знаю, когда слышу слово «женщина», мне такое... Мы не будем говорить. Где женщина? Женщина. Да, давайте на первую. Реабилитироваться, подходим. Давайте забудем. Детям нужно? Нет. Почему? Да? Все а, это что-то новое. Значит, Татьяна Александровна сказала. Еще раз повторить надо. Мы дополнили за вас, ребята. Подожди, Татьяна Александровна. Там такой и длинный, и коротенький. Васильевка, Васильевка. За а также мальчики за вас. И за вас мы пьем тоже. Ребята, за вас. Мы так. Андрюш, ну иди сюда, ну что такое? Ты ж не говоришь, не хаза. Пришел с армии, устроился на вагонку, так там и работаем. Я не дождалась. А я тебя в банке видела, точно. Да. А ты ждала? Карточки меняли. Да, да, да. Ты кого же не дождалась? А жену как звали? Женился в 97-м, через год после армии. 96-м. Не важно, это же давно. Это было давно. Жену звать Алла. Детки. Через год у нас родилась Настя. Ему на день рождения. Ты скажи, чтобы выключили. Зимовят Маргарита Юрьевна. Заполните. Юрьевна. Зимогляд. Нет, нет. На фамилии мужа. Вы же знаете, так привыкла кучер я теперь. Кучер, отчество тоже, имя тоже. Мужа не изменилась, да, по мужу? Нет, не изменилась. Да, вместе с мужем познакомились. Вместе в институт закончили железнодорожный. На 5-м курсе расписались. Свадьба была. Кстати, вот свидетель на свадьбе. Ну не свидетель, а была в числе приглашенных. Света, 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 Света,
Закончила, работала инструктором на Южном вокзале. Потом пригласили в охрану труда начальником отдела. Уходила в декрет уже начальником отдела. В данный момент нахожусь в декрете с двумя детками. Дочке 4 будет, сыну 2. Ну, счастливая мамаша. Ты стесняешься. Это 3 раза. Я, честно, не понимаю. Чем занимаешься? Рынком. Интересно, держит. Продукты питания для одежды. Вещи? Ну как не знаешь. Иди работаешь, что все, как, что, до чего. Ты сейчас твоя рукавишка решилась. Рукавица. Я решила. Все, короче. Я стала педагогом, да в любом случае. Учу дальше, продолжаю учить. А Татьяна Александровна уходит, ко мне приходит. Очень приятно, когда дети отзываются хорошо. Ну, в принципе, 10 лет уже там мастером производственного обучения. 5-й выпуск. Думаю, на выход оттуда. В личной жизни, слава богу, настроилась. Какого учителя Наташа? 49-я швейная, бывшая 15-я. Ну, бывшая 49-я, сейчас 15-я. Чего ты такая? Ира уже уходит оттуда, не идите. Не, еще сижу. После школы я поступила в училище, 61-й год всего лишь так вот училась. На кого, Света? А? На кого? Продавец промтовара. Больше, там больше года не отучилась, а потом пошла я работать. У нас была крупная фирма «Инфрасервис Мази». Все, я обиделся. А вот, поступила в институт наш сначала. Вот там вешалочка. Так, тихо, не струю попала. Начала институт. Нахожусь в гражданском браке уже 5 лет. У меня сыну 3 годика. Вот. Зовут его Максим, мужа Александра зовут. Ну, уже, на данный момент уже вышла на работе. Работаю в туристическом агентстве. Там не работала, а сейчас опять работаю там же. Вот. Так что предлагаю, обращайтесь. А как называется? Да, турагентство номер 1. Оно находится вот здесь, вот где Приватбанк. А вот сейчас мы переезжаем, где магазин «Домотехника», дом пятиэтажка, стоит бывшее фотоателье. Вот, и там, ну, будет вывеска, там будет видно. Турагентство номер 1. Так что обращайтесь, если на отдых, открытие виз, все на связи. Всем, чем смогу, помогу. Ну, а там, ну, как я агент работаю, бухгалтером, ну, в общем, все. Все в одном лице. У меня директор, моя тетя, в общем, она мне помогла. Да, да. И что вот так? Моя же страна все же уезжает. Миш, и вот увидела вас, я рада вас видеть. Доброго здравия. Я знаю, что у вас все хорошо. Ну так, по слухам, все хорошо. Но я хочу за это выпить, чтобы так дальше продолжалось. Спасибо. Я хочу за это напиться. За вас. Да, хвала. Подождите. У меня дома. Мы тебя найдем. Это цена. Школу закончила, побродила несколько лет, пошла. Закончила 61-е училище, 49-е. Я мастер-портной заказчик 4-го разряда. Потом судьба меня перекинула на предприятие ЗИП. Почему-то. Ну, я думаю, там неплохо. Да. Сейчас я занимаю должность начальника смены, под моим руководством 30 человек. Учусь в институте. Каком? В нашем. Угу. Замуж не вышла, но в творческом поиске. Прошу учесть это. Такая вот жизнь. Оля, прекрати. Начинаю подбитые лица в трудовом плане. Ну, видите, никто же из нас не стал алкоголиком. А когорт не вспоминаете? Кого? Когорт держится. Все вспоминаете. Баранская виновата. Да что ты делаешь? Чеки выпало. А Яша, ты же не помнишь?
Ну да. Да ну здравствуйте, мы задумали вечером пить. Сейчас были в трудовой лагере, какой был кошмар. Какие дети нам нужны? Зачем вам? Нет, вы просто связаны с молодостью и юностью. А сколько у вас выпусков было по кино? Один? Ну так сейчас у меня еще не зрели, я же шла в декрет, я их не повела, перетала. То есть самые такие-то мы, да? Ну конечно. Самые запоминающиеся. Самые замечательные, потому что было от начала и до конца. А вот эти, которые здесь есть, они как бы 2 года только, не совсем. Да. Не такие, как мы. Да. Я знала, что мы лучше. Конечно. Это потому, что мы первые. Это я сказала. Мы есть первые. Вроде возички. Знаешь, как я делала с маленькой? Ну так, обращайся. Варьми не хочу. Чего? Вопрос. Твои дети. Очень долго был в командировках в России. Лет, наверное, 5-6 лет. Потом здесь, на Украине, по командировке. Сейчас верхотник. А с чем связаны командировки? С женщиной. Ну, с какой работой? Ну, с родителями. Не, развозили запчасти по бытовой сети. По всем городам. Я так и знала, что это послушается. Сейчас верхотник русский. Веломотосалон. Через месяц открываю большой магазин автозапчастей. Так, телефончик у меня есть, товарищ. А что будет через месяц, я прослушала. Веломото. Я вчера его проезжала. Мы ехали в Желтые Воды, мы проезжали этот магазин. И что? Верхний Прос. А курсы там есть же? Я на велосипеде не умею. Это возле моста? Оля, частный. Там рядом. Давай, долго. Ну, в принципе, как и все, закончила школу. С ребята училища вместе, Ира с Ирой заканчивала. Еще мне было так печально. Думаю, ну в садик вместе с Ирой, школа вместе с Ирой, училище вместе с Ирой, когда же я закончусь. Да сколько же можно. Поставить мою Део. Или в феврале. А что было потом? А что было потом? А потом опять Ира. Нет. Да, вот. Принимала участие во многих конкурсах городских, областных, ну именно вот профессиональные там прически, одежда и все остальное. Я не была. Работала в фирме, на фирме, работала в налоговой. То есть сейчас я счастливая мама, счастливая жена, хороший очень муж, лялечки, уже 6-й месяц. В общем, все хорошо. А здесь, в Колизее не все были, я рассказывал просто. А Юля уже... Закончил школу. Конечно. Пошел в технику. После техникума пошел в институт. Закончил институт, стал военным. Мы часто виделись. Да, с Ритой мы виделись. Я курсантом там был. Отслужил 2 года, стал командиром роты, уволился старшим лейтенантом связи. Пошел работать на фирму, уехал в Киев, работал в Киеве. Вернулся, закончил еще один институт. Экономический. Вот. Сейчас работаю на фирме, занимаюсь строительством. Забыл стать директором. А ты же можно обращаться? Да скромно. Можно обращаться? Вот как раз по поводу ремонта, не подстрелить. Жена вместе, так сказать, не вместе училась просто, что она училась в ДГУ, закончила аспирантуру и подает в ДГУ. 2 детей, живу в Днепропетровске. Квартиры пока нету еще. Обустраиваю здесь женский дом. И, скорее всего, буду ездить туда-сюда. Ну, пока так. Снимаю квартиру. Не как это, конечно, понятно.
В принципе, да, тяжело очень подсобирать. Не теряешь отношения с классом, Миша. Да, Миша, крестный папа моего старшего сына, Илья, ну и тут потихонечку тоже вместе с Мишей работаем. Все, в принципе. Миша, твоя очередь. Кум. Чтобы ты не забыл. Ну, я считаю, что жизнь удалась. И достаточно. Дерево, как мужчина. Состоялся. Правда, как бы сына не вырастил, то есть у меня две дочки. То есть есть хорошая жена, две дочки. То есть третий будет сын уже. Значит. Да. А не перебывай. Или четвертый. Не факт. Или пятый. После школы, значит, закончила я 9 класса. Потом, конечно, в 22-й школе трудно было оставаться на 10-11. Я перешел в 17-ю школу. Там закончил 10-11 класс. Вот. Потом выучился на сварщика. Уехал в Москву, там некоторое время работал по сезону. В общем-то, как сварщик. Работал и, ну, вообще, как и по отоплению, и по автомобилям сварщик. Как бы специальность такая. Вот. Ну, я считаю, что жизнь удалась. Трехкомнатную квартиру купил сам. Квартира есть, машина есть, дача есть своя. То есть прекрасные две, так сказать, дочери, прекрасная красавица. Жена. Я считаю, что все у меня хорошо, все в порядке. Кроме этого, так по-скромничному я уже ладно скажу, кроме этого у нас два спортивных отдела с кумом, то есть еще кроме, как бы, ну немножко дополнительный В экономическом? Я тоже там училась. На разных факультетах были. А вот. Меня да. видели? Нет, а ты в моей группе была вообще. Вот. Закончила техникум, работала в и потом открыла свое дело, проработала 10 лет. И сказала, ну его в баню. И сказала, ну его все в баню, посижу пока немножко дома. А ты поняла? Буду дальше думать, что там делать. Замужем. Пока с Баранской ест. Пока. Единый. В проекте. Проекте, в процессе, да. Муж хороший. Побольше о муже дома. Ну, а так, в принципе, все хорошо. Не снимали бы на его рассказах. Нажимай опять эту кнопку. Так она сказала, это еще конкретно. Я после школы закончила техникум. Да, Вишникова Оля была. Она тебя не увидели бы редко друг друга. Ну, я случайно, я провалилась в институт, думаю, не терять рота, поучусь пока в технику. Потом поступила в институт на теплоэнергетику, вот отучилась, поняла, не мое, перевелась на финансовый кредит. Закончила. После этого пыталась устраиваться на работу, оказалось, что жду ребенка, решила все-таки заняться ребенком. А, ну да, перед этим я замуж вышла. Вот. В 99-м году я вышла замуж. Два года назад, 23 февраля, я официально развелась. Вот. Последнее время я проработала уже после развода. Это у меня был творческий поиск своей стези. Я работала менеджером по туризму в туристической фирме. Потом я работала
буквально до Нового года в приватбанке, экономистом. Платили пластиковые карточки. Устала, уволилась. Сейчас в поисках работы, но уже в Днепропетровске. Дочери сейчас 5,5 лет. Умненькая для меня, самая лучшенькая, красивенькая. Вот. Семейную жизнь устраиваю, но уже не в творческом поиске. Резкими методами. Да, любимый человек сам с Москвы, сейчас проживает уже в Днепропетровске. В принципе, все в порядке. Тоже своя квартира, машина. Все нормально. Закончила школу, закончила после школы технику металлургический, устроилась на ДМК. И 10 лет уже на ДМК работаю. Буду работать там, нравится. Расту потихоньку на ДМК с вами. Расту потихоньку на ДМК. Вышла замуж, родила ребенка. В прошлом году развелась и счастлива, что развелась. Больше не хочу, пусть любит, я его нет. Больше замуж не хочу. Все, пока. Куда пошли? Говори. Как? А чей это номер? Закончила школу. Пошла учиться в училище и в технику. Привет, Дотя. Все бросила через несколько месяцев сразу. Потом... Ну, здесь через год, Дотя, пошли замуж. Заходите к нам. Живу с тем же мужем. Вы у меня детей. Какое-то время работала в Киеве. Остальное время здесь вместе, чтобы... Ну да. Сейчас пускали на... Подожди. Нельзя пускали на... Без предложений. Помолчите. Вышла замуж, закончила институт, экономический факультет. Сейчас воспитываю двоих детей, занимаюсь дизайном собственного дома. Умер потерял. Я даже я все время здесь работаю. Это домашний, да? Сын у меня. Все нормально, живем. Вот так вот. Как сына зовут? А жену? Живу в Романково, да, возле меня. Романково, живу. Чужих никого не будет. Да, посмотрите, это да пояса. Оксана, пройди к тому месту, Оксана, пройди к тому месту. Не стесняйся. Витя, я уже соседей ее спрятал. Какая коса, ты ее прячешь. Скажи, 450. Он только разговаривает. 455. Это лично твой. Нет. 76. 455. Где ты знаешь, дети? Саша и мама. Тут же номер. Сидит на дочке. Я звонила. Я звонила на тот номер. Наташа, Наташа, твоя очередь. Я занимаюсь воспитанием ребенка. Ужина обеспечили. 98, 99. 67. Все, 10 лет замужем. Третий. 98, 90. Оксана, 98. Почему нет? Ладно, где не видно. Сейчас, я перевернусь, Андрей. Так как я собираюсь еще покинуть. Доказать, Дерима доказывает. В общем, мы сегодня собрались. Ну, как бы, я многих вообще фактически после окончания школы не видела. Многих иногда видела, но я вам могу одно сказать. Я много видела наших ровесников, которые вот как-то не знаю, то ли мне так кажется, но я думаю, на самом деле это так. Выглядят намного старше. Но наш класс, вот все девчонки, ребята, вот все остались такими же, как и были, такими же молодыми, такими же интересными, цветущими. Наша Татьяна Александровна точно такая же молоденькая стала. Да. Клянусь вам, вы не изменились. Вы такая же молодая. Щечки немножко. Щечки, да. Вы знаете, на самом деле вы такие все милые, приятные, все такие интересные, все такие красивые, такие же молодые остались, что самое интересное, вот как бы никто фактически и не изменился. Вот кто каким был в школе, таким же, в принципе, остался. Кто там веселый, кто шутник у нас. Всем подписывайтесь, да?
То лениться записывать телефоны, то молчишь. Я специально, чтоб всех записать. Ребята, я хочу выпить за вас всех хороших. За вас, Татьяна Александровна. Очень приятно было. Я вам не забуду украденный журнал. А его тут нет, кто украл. А он мне покаялся. Серьезно? Да, подарком, скажите. Тоже уходишь? Да, да, да. Всем спасибо. Всех было приятно видеть. Что такое? А тебя кто же не может? Не, давай. Пять капель. Я уже все. Саша, кто тебя ждет? Там семья, дети. Может, тут что-то такое, которое радость ты принял? Смотрите, кто-нибудь. Маля, дай. Пожалуйста, от меня попросили. Девушки, что там у вас? Что там у вас? Да, пожалуйста. Я выходила в город. Человечек. По делам. Потом вернулась домой. Ребенок говорит, а ты что, разве со своими детьми не встретилась? Звонка не было. Условлено. Андрей, Саша был один, а есть один. Рита, у него один ребенок, девочка, у меня двое. Оля, я, всем привет. Сколько людей? Двое. Там что-то брешь. Муж и ребенок. Меньше, конечно. Два пацана. Девочка, я называю. А потом у нас тут пролет. Тут пролет. А все, о кране не пролет. Один на двоих. Один у нас на двоих. Ну, рядом живет, там присутствует. Миша. Две девочки. Две девочки. Еще раз. У меня одна девочка. Одна. Одна девочка. Одна девочка. Тут две девочки. Одна девочка, да? Девочка, я одна девочка. Кого, ребят, у нас 23 ребенка в нашего класса. Это еще давайте съесть. Это целый класс. Целый класс. Посчитали. А с Боровской у Чубова один, у Чубова один, у Капкина один, у Столбуна два, у Сербаза один. Ну, весь троих так сразу. У Чубова один. Она сразу. Это хорошо, грузина себе и... У Рыбочки девочек. У Столбуна один. Она заработала, ей надо цель. Самое больше, конечно, у нее один. Сидит там тихонечко, да? Инна, ты придешь. Ты девчонки. А, я думал, на Соколе что-то есть. А что, на уроке? На проходи, я бы сейчас только стал. Я его не узнала, честно. Я теперь буду снимать. Присаживайся, пожалуйста. Ты нас узнаешь вообще? Я вас узнаю, это вы меня не узнаете. А вот тебя не, серьезно. Я пишу. И похож. О, рассказывай себе, давай. Говори о себе сразу, громко и внятно. Четко. Забили мужика, дайте хоть выпить. Наверное, отчество помните. А ты наш учитель? Я сразу все как-то изменились. Она не изменилась. Ну говори быстро. О себе. Закончил школу и пошли поехали. Жена и ребенок. Мать. Нет, не пойдет. Я не любил. Оля. Да хороший. Вы самые супер. Лиля. Лиля. Что там левый план? Кого снимают? Всех. Всех. Более такой.
Говорит, она не была ранее. Хорошо. Что там снимать? Я фото вам сделала. Поздно, батенька. Знаете, что-то делать, или налегать, или там сыпать.